существуют в реальности? Неужели они также смотрят в небо и за ними также бродят темные тени? Когда смотришь на три драгоценности театра, песни и танца «Байкал», возникает щемящее и в то же время совершенно искреннее чувство, что высокое искусство привнесено в наш грешный мир высшими сущностями. Они земные женщины, просто очень красивые профессионалы высочайшего уровня. Про людей такого типа в поговорках разных народов существует масса определений. Соль земли, он сделал себя сам и так далее. Она и в жизни такая, пронзительно умная и беспощадно красивая. В случае с Ириной Батыровой понятие «карьера» начинает приобретать свой истинный смысл. Слово «карьера» в ее понимании – это несомненный природный талант, ограненный бесчисленными часами тренировок у балетного станка. Когда Ирина Батырова выходит на сцену, зритель видит всю мощь и блеск Азии, ее спокойную мудрость и дремлющую опасность. Interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo dorime. Она может пройти по головам в зрительном зале. Зрители будут в экстазе. Самой молодой народной артистки республики, заслуженной артистки России, одной из ярчайших танцовщиц Бурятии, звезде самых разноформатных проектов театра «Байкал», это было бы позволительно. Но Ирина Валерьевна не только мастер пластического искусства, она балетмейстер-постановщик. Я, наверное, только сейчас, вот спустя уже сколько, почти 17 лет, как я танцую, 18, даже 19 лет, я только сейчас понимаю, что... Как это нужно почувствовать, как это нужно правильно донести. Набираешься с каждым годом опыта, и все равно, наверное, человек всю свою жизнь учится. Она еще и педагог от Бога. Не отсюда ли крайняя сосредоточенность во взгляде? Наверное, что-то свыше. Мне кажется, каждый балетмейстер, каждый постановщик, он как рожденный, наверное, громко будет сказано, но некоторые балетмейстеры действительно, они рожденные от Бога, им дал дар вот именно сочинять, фантазировать, воспроизводить это через язык танца. Именно, мне кажется, ну, высшие силы, наверное. В шоу «Три стихии» Гурбан Эрдени огненной звезде театра доверено исполнить одну из главных ролей. В роли птицы павлин. Дивертисментный номер, который поставила мне Дарья Иванова. Мне этот номер очень нравится. И я думаю, что зрителям он очень сильно запомнится. Я никогда не думала, что я буду танцевать танец павлина. Но Дандар Жапыч, он всегда как бы, наверное, видит и чувствует, какой танцор или какая танцовщица может именно передать то, что он хочет. И я постараюсь оправдать все надежды наших балетмейстеров, чтобы они полностью были удовлетворены своей постановкой через мое воспроизведение. Каждое воспроизведение какой-либо истории Ирины Батыровой сродни маленькой дрожи земли. Но каким будет этот номер в ее исполнении? Это рождается, наверное, где-то в сердце, в душе, когда, может быть, ты свои какие-то мысли или мечты, или какую-то скрытую, может быть, любовь к чему-то или кому-то
или какое-то внутреннее недосказанность какая-то, она может выражаться в танцах. Ирина Батырова впервые танцует номер в стиле модерн. К тому же это история о всех мамах. Какое решение найдет мастер танца? Немного страшно, неизведанно, но в то же время интересно и, ну, захватывающе. И для себя еще раз я проверяю то, что могу ли я справиться с этим. Ответ Ирина Батырова ищет в каждом движении своей новой роли. У нее есть еще одна линия в трех стихиях – роль гнева. Не могу сказать, что я гневная такая, но в силу своего характера, наверное, мне это будет больше подходить. Простому человеку невозможно понять, как рождается хореографический шедевр. Мы танцуем, у нас в единую энергию сливаются все наши порывы души. И я не знаю, это не объяснить. В Гурбан Эрдене есть история о трех невестах. Это тоже потрясающая по своей наполненности история. Вот этот характер очень немного сложновато, конечно, перенести. Я думаю, что мы дойдем к той цели. Достигнем того, что нужно. Артистка балета театра «Байкал» и народная артистка Республики Бурятия Юлия Замоева не зря считается суперинтеллектуальной танцовщицей. Ее отличает доведенная до блеска продуманная линия танца. Замоеву в искусстве танца привлекает вектор, биссектриса, луч, нежели волна или туманная зыбь. Если бы она посвятила себя науке, возможно, ее имя стояло бы рядом с именем Софьи Складовской-Кюри. В этом неимоверно сильная черта Юлии Замоевой. Наши эти грани разные, показать, какие мы можем быть, какие мы есть. Юлия Сергеевна Замоева пришла к своему гуру Дандару Жаповичу Бадуеву сразу после окончания учебы и освоила все грани своей профессии, ставшей ее жизнью и сутью. Спектакли «Стихии» Гурбан Эрдени в мини-линии про трех птиц Юлии Замоевой досталась партия журавля. Мастер привычно высчитала и просчитала для себя все внутренние направления этой роли. Журавль может быть немножко непривычен для нашего региона, но на самом деле это же священная птица для многих народов. А среди пернатых она считается одна из самых импозантных и красивых птиц. Природа настолько мудра, что мудрость человека – это всего лишь один из компонентов всеобъемлющего сознания. В этом плане прагматик-танцор Юлия Замоева выглядит крайне привлекательно. Ум и женская суть. Что может быть заманчивее этого сочетания? Это сполна можно будет увидеть в танце журавля. Когда у журавля происходит ток, вот у них период любви, скажем, да, красиво. Вот в этот период, он хоть мимолетный, короткий, но он необходим, что ли, как дыхание жизни, как дыхание энергии, продолжение жизни. Это может сказать только женщина. Продолжение жизни – это данное Богом святая ноша женщины.
Спектакли шоу «Три стихии» есть и мужская линия, тоже основанная на магии числа 3. Эрин Гурбан-Надан. Три игры мужей. Юлию Замоеву роднит со всеми коллегами общая черта – необычайное чувство ответственности. Она никогда не простит себе слабинки, четвертинки и работы в поллоктя. Иначе может не получиться что-то, может зритель не получить ту информацию, которую я должна донести. То есть нужно вот внутри, вот с этими эмоциональными силами, что ли, своими, которые борются, которые хотят выйти, нужно с ними справиться немножко. Нужно их направить в то русло, чтобы они передали ту энергетику, которую именно я хочу передать. Юлия умеет филигранно вывести формулу равновесия музыки, постановки и глубинного смысла танца. Смысл того номера, который исполняешь. Когда вот это все сочетается, это становится интересно. И, конечно, эмоции захватывают. Конечно, передаешь их, потому что невозможно не слушать музыку и не передавать ничего. Нужны ли тут слова? Тут не нужны слова. Вечную девушку с глазами беззащитного олененка наш зритель полюбил сразу. И, скорее всего, навсегда. Она принадлежит уже к исчезающему типу настоящих женщин. Если верно утверждение ученых мужей, что в человеке любого пола имеет место быть как женские, так и мужские гормоны, то кажется, что святая природа нарочно уделила самой грациозной танцовщице Байкала минимум мужского содержания. Все в этом хрупком создании призвано на то, чтобы явить миру женщину. Есть очень четкое ощущение, что Данара Балдесрен живет в сугубо своем мире. И этот мир – танцующий мир. Вливаемся, влюбляемся, как бы умиротворяемся, вживаемся в эту музыку и представляем себе образ, то есть полностью перевоплощаемся в ту роль, которую нам предоставляет, ставит. Чтобы у людей мурашки шли.
стараюсь проработать сначала характер, да? То есть я представляю перед зеркалом, смотрю, вот я сделаю так, может быть, я вживусь, может быть, я представлю. Вот конкретно в этом номере я услышала музыку, я думаю, ну вот, это музыка, кукла, это как бы мой ребенок, которого я потеряла. Сейчас можно было бы детально описать, что кого танцует Данара Балдансерен, но... Не хочется все это раскрывать, хочется, чтобы зритель сам подумал. Вот, потому что люди разные же мнения. Вот кто-то видит, например, этот номер посмотрели, вот разные люди, да? У всех разные мнения. У одного, например, это может быть зарождение жизни, проходит у этой девушки, проходит вся жизнь. А у другого человека, наверное, видение, что вот она на самом деле ребенка потеряла, а у кого-то, может быть, она ангел какой-то там спустился. Ну да, спустился, и как будто между небом и землей, и вот он не знает, кто он. У вас не возникает ощущения, что она могла присутствовать при рождении самого Бога? Настолько таинственно ее искусство и настолько напитано какой-то неземной энергией. Такие люди просто так по земле не ходят. А может и не люди? Сама нежность, сама доброта, красота. Вот и все. Гурбан Эрдени называет по-разному – спектакль-стихия, спектакль-шоу. Но при общении с главными героинями становится предельно ясно, что это будет и то, и другое. И это будет еще спектакль «Откровение». Ирина Батырова, Юлия Замоева и Данара Балдансерен прослужили во славу терпсихоры почти по 20 лет. И три стихии – это своеобразный бенефис трех звезд театра «Байкал». Это право они заслужили сполна. Приятно осознавать, что коллеги, руководство оценивают наш труд, профессионализм, опыт и сравнивают нас с драгоценностями, так как драгоценность – это такое слово, как дорого, ценно, важно, полезно, может. То, что сделали за свою карьеру три драгоценности Байкала, переоценить трудно. К сожалению, общество начало забывать ценность истинной культуры. Но пока на небосклоне горят такие звезды, как наши три драгоценности, культура не умрет. Человек родился, чтобы быть в мире. Мир, который рисуют для нас три драгоценные грации театра «Байкал», наполнен всеми нами. Счастливыми и несчастливыми, большими и маленькими, умными и глупыми. И этот мир прекрасен в сиянии собственного величия.